Привет, ребята, меня зовут Ники Макалин, и сегодня на моем канале будет очень интересное и захватывающее видео. Сегодня я хочу вас познакомить с моим другом Эдуардом. Всем привет. Эдуард. Эдик давно хотел сделать себе пластическую операцию на челюсть, и он изучал этот вопрос. И сегодня мы вместе с ним приехали на Каннам в Сеуле, потому что Эдик записался на консультацию в клинику пластической хирургии Риджин. И скоро мы пойдем на прием. На челюсть? Чтобы восстановить свою челюсть, на место поставить. Имеется в виду передняя челюсть, она чуть выдвинута вперед, а верхняя сдавлена назад. Неправильный прикус. Несколько лет назад я видел программу. Здесь от метро совсем недалеко. Вот там находится метро. И сейчас мы с Эдиком зайдем вот сюда, нам нужно. Вот это здание. Мы уже внутри. Вот как здесь все круто. Так, все, Эдику делают КТ. Будут делать снимки ему. Вот здесь вот так вот выглядит комната. В прошлый раз мне тоже делали. Сиди лучше тихо и не двигайся. Он быстро застывает. Сейчас посмотрим, что. Наверное, будут и верхнюю, и нижнюю делать слепок челюсти. Уже потихоньку. Аньясия. Это снимки Эдика. И доктор О держит в руках слепки. И? Я сейчас прошел консультацию, мне взяли кровь на анализы, также сделали снимки моей челюсти по бокам, с разных сторон. Мое желание такое же положительное, я также хочу сделать эту операцию. Я проходили первую консультацию. Доктор О посоветовал снять коронки, которые будут мешать при операции. После того, как были сняты коронки, мы пришли на вторую консультацию, где доктор О снял новые замеры и начал изготовление 3D-модели челюсти до и после и пластины, которые будут фиксировать челюсти в новом положении, и с помощью компьютерных расчетов приступил к созданию плана операции. Все это заняло около 2 недель. В данном случае мезиальный прикус, верхняя часть недоразвита, а нижняя челюсть переразвита. Таким образом, вогнутый профиль лица, массивный подбородок и западающая верхняя губа, что создает неэстетичный старческий вид в молодом возрасте, что является основной причиной комплексов. В нашем случае причина аномалии прикуса и также строение... То есть он чуть-чуть сместит вправо, да, так как сейчас Эдику будут ставить вот такие металлические проволоки на зубы для того, чтобы они, как я поняла, удерживали, да? Да. Эдику уже предоставили палату, в которой он будет находиться после операции. Вот таким образом она выглядит. Это этаж, где находится операционная, и сейчас уже Эдик пойдет, собственно, туда. Операционная. А? Операционная. Давай, иди. Вот он. Здесь все. Все, давай, Эдик, удачи тебе, давай, не волнуйся, мы все с тобой. Давай, давай, давай. Давай, Эдик, пока. Эдик уже в палате, сказали, что все прошло хорошо, и ему еще также дали переводчик, точнее фразы на русском языке. Итак, всем привет еще раз, ребята. Вот так выглядит Эдик спустя 2 недели, и сегодня ему будут снимать швы. Эдику уже сделали контрольные снимки, и сейчас ему делают высокочастотный массаж, потом будет еще лазерная терапия, и уже после этого мы встретимся с доктором О, он нас проконсультирует еще раз, расскажет, как идет заживление, восстановление и как происходит сращивание костей. Видите?
in the middle. То есть твоя челюсть, она сместилась, поставили. А все видно, сети лучше. Это уже круглая. Видите, uh-huh. Вот эту линию лица он сейчас покажет. Это вообще круто. This is before. Uh-huh. This is today. Это до, это после, вы видите, да? Угу, угу. Что он сделал верхнюю грудь вперед. Задвинул назад. So, actually, it's 20 millimeters. Because I pulled it up and put it in. It's 20 millimeters difference. 20 миллиметров разница, он говорит. Потому что верхнюю он задвинул на 3,4 миллиметра. А, вернее, выдвинул. А нижнюю задвинул на 6,7 миллиметра. Общая разница 20 миллиметров. И вот, да, это до после. Это снимки ваши. Это просто потрясающий результат. Well, я просто в шоке. Я, честно говоря, была в очень приятном шоке от того, насколько все прекрасно. И даже уже сейчас, несмотря на то, что прошел всего лишь месяц, результат просто поразительный. И до, и после это просто небо и земля. Вот, так что Эдику сделали, получается, двухчелюстную. Хотел бы посоветовать, если такая же проблема у вас существует и есть возможность, не думайте, идите и делайте у хорошего хирурга. Доктор О! Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Оставляйте свои вопросы в комментариях и ждите новые выпуски. Увидимся с вами в новом видео. Всем удачи, всем пока!